Для тебя есть работа, Томас. Я слушаю. Дело касается Кван Ли, высокопоставленного китайского дипломата. Его жизнь в опасности. Он обнаружил, что китайское правительство имеет отношение к использованию рабского труда на строительстве нефтепровода в джунглях близ Магаунга и собирается сообщить об этом. Сейчас Ли находится в Алькаиме. Его нужно доставить в Китай. Полковник Миллер поможет тебе сопроводить Ли в безопасное место. Звучит неплохо. Мы только что потеряли сигнал радара. Там внизу как минимум 3 радарных глушителя, которые забивают помехами наш сигнал. Тебе сперва придется заняться глушилками. Ну давайте, уроды! Сигнал опять пошел. Если уничтожишь еще 2 другие, то мы сможем разобраться со снайпером и найти Кван Ли. Thank you.
Глушилкой ты разобрался. Теперь ты сможешь обнаружить и ликвидировать снайпер. И поживее, ты должен успеть навстречу с Ли, пока он не влип в новые неприятности.
Снайпер впереди, в здании по левой стороне. Похоже, тебе не удастся продвинуться дальше, не нанеся ему визит. Держись поближе к стенам и подкрадись как можно более скрытно. Теперь я могу взорвать баррикаду, и тогда мы сможем добраться до конвоя. Ли, он здесь! Ты что делаешь, черт возьми? Ты же должен его защищать! А вот... Что ты... Ты наемный солдат. Мне просто заплатили больше, чтобы я перешел на другую сторону. Ах ты, сукин сын! Ты знал, чем рискуешь, Палмер. Я ни секунды не пожалею, когда прикончу тебя. Оставь эту работу профессионалу. Деккер, куда ты меня втянула? Твой человек убил дипломата и чуть не убил меня. Я думал, Миллер один из нас. Сожалею, Мейсон. Тревожный поворот событий. Увы, на твою долю выпадает расследование. У него что-то вроде татуировки на шее. Какой-то символ. Мне он не знаком. Я сейчас передам тебе картинку. Может, тебе удастся что-нибудь извлечь? Получила. По последним сведениям, он был в Магаунге. Думали, что он ведет переговоры с китайцами о прекращении работ по прокладке нефтепровода. Однако, получается, он собирался убить Кван Ли, чтобы не допустить обнародования информации. Военные захватили целую деревню и заставили местных жителей продолжать строительство нефтепровода. Слушай внимательно, Томас. Говорят, что есть некая третья сторона, надзирающая за строительством. Ты думаешь, Миллер как-то связан с этой третьей стороной? Я попытаюсь что-нибудь нарыть, и ты тоже попробуй.